Она идет. Вы слышали, Александр Иванович? Она идет. Человек опаздывает, а она идет. Сейчас даю вам второе и бегу. Меня ждут в молодежных ведомостях. Этот ребус трудненько будет разгадать. Придется вам потрудиться. Да. Что ж это за ция такая? Ция. Придется, придется. Вот только гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? Ция. Александр Иванович, здрасте, извините, пожалуйста. Ну, как индустриализация? Получается? Начало, слава богу, есть. Индус. Так. Три. Угу. Али. За. Вот ция проклятая заедает. А-а-а. Если бы акция или кооперация. Так. Не ставьте лишних приборов, Зося Викторовна. Никого, кроме меня, не будет. Да. С сегодняшнего дня я ваш единственный столовник. Как? Почему? Бомзи ушел в отпуск, а Подвысоцкого уволили. Так что он от этого потерял аппетит. Ну, я думаю, это ненадолго, да? Я забыл сказать. Плохи дела, Зосенька. Теперь вся надежда на твою стипендию. Ничего, старик, как-нибудь проживем. Побегу в молодежные ведомости, может быть, там удастся подработать. Да, ребус. Ай. Такие-то дела, Зося Викторовна. Да. А вы слыхали новость? Летчик Севрюгов нашелся. Да, говорят, он уроженец Черноморска. Ну. Да, живешь вот так в одиночестве, не зная наслаждений. Чего-чего не знаю? Не зная женской привязанности. Знаете, я хочу вам сказать, Зося Викторовна. Просто как пример из жизни. Один мой знакомый, пожилой, правда, человек, не то чтобы он был стар, но и не молод, не то чтобы не молод, а просто, знаете, время идет, года проходят. И все это, он говорит, навевает на него разные мысли. О браке, например. Он хороший, в общем, совершенно безобидный человек. Я думаю, его возможно полюбить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Я не понимаю, почему бы одной девушке не выйти за него замуж. А что, в самом деле летчик Севрюгов родился в Черноморске? Да, действительно, время летит ужасно быстро. Вот, вы знаете, недавно мне было 19 лет. А сейчас уже 20, а через год будет 21. Да, и потом, какое удивительное совпадение. Вы знаете, одна моя знакомая девушка сказала, что один человек делает ей предложение. Вы понимаете, она говорит, он хороший человек, хороший, добрый человек. Но вот у нее именно сейчас какие-то искания. Искание, духовная жажда какая-то. В общем, в данный момент эта девушка не может выйти замуж за этого человека. И потом подумайте, ну какая у них могла бы быть жизнь? У нее искание. А у него, если говорить честно и откровенно, всего 46 рублей в месяц и годы. Ну так ведь? И потом она его вообще пока что еще не любит. Не любит, но ведь это же тоже важно, правда? А мы с вами будем просто дружить, ладно? Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж. Вот цветочки, купите цветочки. Купите роман, пожалуйста. Зарплату задерживают. Выплачивают крайне неаккуратно. Мы хотим через Миско. Ой, в кино как хочется. Сходим, Александр Иванович. А вы что, курите, Александр Иванович? Нет, я бросил. Не знала. Бросил. Так, бросай. Зося! А! Зося!
Вася, есть две контрамарки! Только моментально! Ну, я пойду, ладно? Скорей, скорей!